Здравствуйте, любители дикой природы. Меня зовут Борис, я занимаюсь профессиональной видеосъемкой. А макро-видеосъемка – это мое хобби. Снимаю для канала «Фауна Беларуси». Здесь есть несколько плейлистов. Основными плейлистами являются короткометражные фильмы о животных и видеоролики о животных. В них я показываю жизнь насекомых, пауков и других беспозвоночных животных. У меня есть биологическое образование, но чтобы не наделать кучу ляпов, я прибегаю к помощи специалистов в узких областях. Снимаю на камеры Panasonic G7 и GX80, которая меня сейчас снимает. Через переходник ставлю Canon 60 мм 2.8. Обе камеры умею снимать в разрешении Ultra HD, что позволяет делать удивительные по качеству кадры. На канале есть плейлист о том, как проходит съемка. Я рассказываю о смешных и интересных сюжетах, которые периодически удается снять в природе. Эти ролики находятся в плейлисте «Видеоистории». К сожалению, на постсоветском пространстве практически нет людей, занимающихся макро-видеосъемкой. Не с кем обменяться опытом и не у кого почерпнуть что-то новое. А ведь технически это реализовать может любой макрофотограф. Но это непростое занятие. Поэтому я отснял для вас серию роликов, каким образом снимаю. Вы можете взять этот опыт и творчески переработать. Все эти ролики собраны в плейлисте «Макро-видео». Канал «Фауна Беларуси» не назывался бы так, если на нем были бы лишь макро-видеоролики, которые я снимаю. Поэтому я сделал плейлист из роликов о позвоночных животных, находящихся на сторонних каналах. Благо, средства YouTube это позволяют сделать, не нарушая авторских прав. На канале есть много интервью на две тематики. Первое – это интервью с макрофотографами. Я обратил внимание, что на протяжении многих лет новички задают одни и те же самые вопросы на тематических сайтах. С макрофотографами мы обсуждаем их. Они делятся своим опытом в макрофотографии, а также рассказывают смешные и забавные истории со своих съемок. Все эти видео объединены в плейлист интервью с макрофотографами. Вторая тематика интервью – это экология. Никто не будет отрицать, что мы живем в неспокойное время. Климат меняется по естественным процессам, но, к сожалению, свой вклад сделал и человек. Чтобы сделать мир лучше, не нужно пенять на государство или на кого-то еще. Каждый из нас способен сделать усилия, чтобы сделать мир лучше. Каким образом? Об этом мы поговорим с экологами в серии интервью из плейлиста «Современный мир и экология». Канал «Фауна Беларуси» задумывался как ресурс исключительно о животных. Но он разросся в нечто большее. Здесь есть информация для любого человека. Всех приглашаю. Ссылка под роликом.